Открылся очень быстро, играет Шальке в этой ситуации. Еще один прострел, второй темп. И удар поворотом. И только сейчас можно и пробить. Куча лишних движений. Кучу лишних движений выполнил Юнес Бельхандай, когда нужно было бить. Идеально расположена здесь камера офсайдная, поэтому не заметить этого зазора невозможно. А здесь вот Юнес Бельханда. Вот лишний обыгрыш, которого поопаснее пока футболисты Шальки. Но и у Шахтера есть абсолютно понятная игра. И вот еще один элемент этой понятной игры. Удар поворотом тащит Ральферма. Пошел в обыгрыш Тайсон, оставил за спиной Гайса, который тоже не успевает. Тайсон налево играет. И Коваленко бьет поворотом. Ганнеса Гайса. Просто оставить опорника за спиной. И все, смотрите, сколько пространства и времени. Подача. Гайс в узнаваемой манере подает. В стартовом составе. Да и вообще очень неплохо провел предсезонные сборы. Но есть еще травмированные. Подача, удар поворотом. И мяч летит мимо. Мех бьет. Так было в первом тайме. Хорошая атака, пас направо своевременный. Ну, вот так он убегал к воротам. И Кера Касилеса в прошлом сезоне Лиги Чемпионов. Передача, удар Горецкого, еще удар! Смотрим за проходом Лероя Сане, который против Кучера далеко не в первый раз играет. Сейчас раскачал Александра и выполнил. Итак, подача. Нольштедер, удар! Вот этот хлесткий удар в упор. Почти в упор. Кто знает. Но в своей манере действовал 11 номер Бельханда. Там слева открывался партнер. Впрочем, и Марлоса мы знали по чемпионату Бразилии еще раньше. Так что это прекрасно знакомые нам футболисты. Что это такое? Это же пас назад, разве нет? Так и есть. Арбитр назначает свободный удар. Арбитр назначает свободный удар за явный пас вратарю. Вот еще один момент. Арбитр всех остальных футболистов отмечает. Теснил и так Йоханнес Гайс. Шупомотинг и Калашинац. Удар и мяч попадает. Еще раз смотрим удар. Мяч попадает действительно в руку, но попадает. Игры рукой тут не было. Это то, что Валентин Иванов приготовится выйти на поле. А тем временем подача Сырна на ближнюю штангу. И тащит мяч Ральф Ферман. Мяч был почти на линии. Еще один момент. Шикарный у Шахтера. И удар, и снова Ферман. Разволновался. Кажется, это Александр Гладкий. Мячи. А вот в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов, вернее, только один. Ворота Мальме. Вот, смотрите, вот бьет Гладкий и попадает в Ральфа Фермана, который распластался.